Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы проведем эксперимент с несколькими химическими реакциями. Для этого возьмем 40 грамм сульфата меди, он же медный купорос. Возьмем 120 грамм хлорида натрия, обычной поваренной соли. В процессе эксперимента получим хлорид меди, которым растворим или расслоим алюминиевую фольгу. Получим водород и покажем его взрывоопасность. К медному купоросу и поваренной соли добавим по 200 мл горячей воды и получим их водные растворы. Мы получили два раствора. Раствор медного купороса или сульфата меди и раствор обычной поваренной соли или хлорид натрия. Смешаем эти растворы. Какого цвета? Синий. Какого цвета? Зеленый. Произошла химическая реакция, в ходе которой получили хлорид меди, который и окрасил раствор в зеленый цвет. Процедим раствор через ватный фильтр, через воронку. Добавляем его в тарелочку. Бери фольгу. И просто ложи ее сюда. Ничего не происходит? Ну, шипит. Шипит? Сейчас у нас растворится или расслоится алюминий, обычная фольга, с выделением водорода. Но черный становится. Как думаешь, она останется вся или растворится? Мне кажется, растворится. Что, вот видно, уже она черная становится. Вот тут дырочки появляются уже, как растворится. Ну так шипит прикольно. Водород выделяется. Это что, как кислота у нас? Нет, это не кислота. Помнишь, когда мы делали эксперимент с алюминием и йодом, я тебе рассказывал, что алюминий – активный металл. Просто он покрыт очень надежной защитной пленочкой – оксидом алюминия. Так вот, раствор соли, который мы с тобой сделали, он растворяет эту защитную пленочку, и алюминий вступает в реакцию. Вот тут дырочки. Дайте штуки только тут остаются. Водород с кислородом или воздухом создает взрывоопасную смесь, поэтому мы соберем его в воздушный шарик и проведем эксперимент на улице. В конце видео мы покажем этот эксперимент. Смотри. Наливаю опять же этот раствор. Добавь обычной воды просто с крана. Давай. Если знаете, почему происходит изменение цвета при добавлении обычной водопроводной воды к раствору хлорида меди, пишите об этом в комментарии. А сейчас будет видео, как взрывается воздушный шарик, наполненный водородом. Не повторяйте этого. Всем пока!